Джейсон Майер. Первая попытка. Симбаева показала первый прыжок после декретного отпуска. С первой же попытки подаваться и фанатов она изящно взяла высоту в 4 метра и еще 50 сантиметров. Хотя рекорд ее 5 метров и 6 сантиметров никто в мире еще не побил. В письме к президенту МОКа Елена писала, что прийти в спортивную форму после родов стоило ей больших усилий и отмечала, участвовать в играх в 5-й раз – это ее голубая мечта. Глава МОКа искреннее послание не тронула, но и Елена тоже в долгу не осталась. Она весьма категорична. В играх готовы участвовать только под флагом своей родной страны. Ну и далее им за Еленой Симбаевой. Влюбленные глаза болельщиков. Все трибуны стоят. Ну давай, Лен. Тут даже по проходу, по которому можно проходить мимо трибун, там просто не пройдешь. Все заполнено зрителями. Давай. Так близко ее вряд ли за рубежом могли увидеть. Итак, прыжок. Есть! Вот это да! Вот это да! Елена Симбаева становится лидером сезона! 4.90! Блестящий прыжок! Верили, не знали, молодец! Вот это возвращение, да? Здорово! Потрясающе! Просто потрясающе! Ну как, пусть подумают, разве можно не допускать, да? Какой драйв! Ну вот,